Всем привет! Также у нас имеются еще такие вот два безымянных цилиндра. Вот один. Я так думаю, что возможно это MCM. Но могу ошибаться. Ничего не написано. Вот. И еще один цилиндр. Также безымянный. Есть у нас такие цилиндры в наборе, которые нам дали ребята для вскрытия в Сербии. Все их цилиндры, в принципе, я уже открыл, записал видео. Вот два цилиндра осталось. Давайте мы их также рассмотрим, откроем. И пины, если будет что-то такое, как-то будут цилиндры себя вести интересно, мы разберем, изучим пины. Если нет, то пины также я не буду здесь разбирать. Потому как думаю, что эти цилиндры могут быть очень простыми. Но тем не менее, давайте откроем. Потому как люди нам их передали. И будет некрасиво с нашей стороны, если мы проигнорируем и какой-то из цилиндров не откроем. Так, одну секундочку, возьмем другой натяжок. Давайте вот так вот. И мы видим вскрытие цилиндра. Давайте также следующий цилиндр откроем. Здесь я не вижу смысла разбирать, который только что открывал. Доверю это дело ученикам. Подписывайтесь на их каналы. У них также будут рассматриваться замки с разборкой. Для ребят, которые обучаются вскрытию, это будет полезно. И мы видим вскрытие этого цилиндра. Значит, ну давайте разберем этот цилиндр. Или давайте мы посмотрим цилиндр MCM. Да, это скорее всего MCM, потому что вот мы открывали по колечку. Я вижу, что есть здесь пины с проточкой. Это кей-пины. Уже видно вот кей-пин с проточкой, это цилиндр MCM. Не знаю, с этого или, ну, одинаковые эти цилиндры или нет. Ну, безымянный. В общем, мы его также открыли. Эти цилиндры отлаживаем тоже для передачи ученикам. В ближайшие дни отправлю посылку. На этом я заканчиваю это видео. Всего доброго.